Пушистый антидепрессант обязательно должен быть в каждом доме. Если вы таким еще не обзавелись, присмотритесь к Вуди. Придумать кличку этому питомцу было непросто. По характеру он похож на ленивца из известного мультфильма, внешне на Тимона из «Короля льва». Но имя свое получил благодаря яркому и необычному носу. У Вудяши очень интересная внешность. У него очень необычный нос, мордочка. Он очень редко передвигается, очень часто кушает, любит полежать, задуматься. Он во всех ситуациях сидит с одинаковым взглядом и смотрит в одну точку. Хлопот хозяина он точно не заставит. Уже 2 года мечтатель живет в приюте. Волонтеры нашли его на улице. Из грязного и очень стройного кота вырос красивый и весьма упитанный Вуди. Хвостатый отлично ладит не только с сородичами, но и с людьми. Для многих он стал любимчиком. Вудяша – это мой самый любимый котик в приюте. Каждый раз, когда я прихожу, я всегда подхожу, обнимаю его. Я его целую в носик. Вудяша тем временем отвечает взаимностью. Я уже не моя, и свободы нет, как и нет причин. Я не одна, я не один. Кот хоть и ласковый, но не навязчивый. Сам решает, когда подойти к человеку. Если у него игривое настроение, порезвится с ниточкой, шнурком или просто со своим хвостом. Вуди совсем не привередливый. Все, что нужно пушистику для счастья, вовремя наполненная миска, уютная лежанка и любовь хозяина. Вуди – настоящее спасение от осенней хандры и депрессии. Кот, который сможет поднять настроение даже в самую пасмурную погоду. Еще раз посмотрите на эту мордашку. Если она заставила вас улыбнуться, набирайте номер, указанный на экране. Вудяша этого очень ждет.